летит. Сегодня 15.24 на пульте оперативного дежурного службы 112 и службы спасения Саратовской области поступило сообщение о частичном обрушении расселенного ранее дома по углу улиц Рахова и Большая Казачья. В результате предположительно проводимых работ по разбору данного сооружения. Пострадало два автомобиля, пострадал водитель автомобиля Kia, который был бригадой скорой помощи госпитализирован в лечебное учреждение. На месте работают спасатели областной городской службы спасения, кинологическая группа облспаса. На месте находится представитель администрации города Саратова, правительство.